Телефонные мошенники вновь активизировались. На этот раз жертвой злоумышленников стала жительница Нринмара, которая перевела им 99 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба окружной полиции, на этот раз преступники вели разговор от имени банковских служб. Сначала они отправили пожилой женщине смс-сообщение о пополнении ее счета. Затем сообщили, что смс было отослано мошенниками и что женщине необходимо заблокировать свою карту. После выполнения всех требований пострадавшая перевела злоумышленникам свои сбережения в сумме 99 тысяч рублей. Полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Если вам позвонили неизвестные лица и начали вводить вас в заблуждение, рассказывая истории о том, что ваши родственники попали в ДТП или другие происшествия, нужно немедленно положить трубку и перезвонить своим родным и близким, удостовериться, что с ними все в порядке. А также, если пришла смс-ка на ваш мобильный телефон, что ваша банковская карта заблокирована, эту информацию тоже нужно перепроверить в ближайшем отделении банка. Если вы все-таки стали жертвой мошенников, необходимо немедленно позвонить в полицию по телефонам 02 или 421 26.